да, там, вот, комитет Федеральной России, это икона, икона храма, икона Казанской губернатории, взята со списка обыкновенного населения. Новая, конечно, техника, которая сейчас только используется, и интернет-писи. Да, и самое главное, это 100% копия. Если это нельзя, то это все копировать. Это просто передача того образа, который существует в реальности. И вот просто они как там просвет, это сейчас. Тут существует специальный светильник. Надо вернуть, да, потому что он не позволяет. Все видно, прошу. Еще и ваше благословение получить, если это не идет вразрез с канонами нашей церкви. Мы еще не предусмотрели, да, но я думаю, что не идет вразрез и с канонами не может идти вразрез, потому что передает именно и изображение, и рельеф, и создает вот объемность икон, и приобщит многих и многих, так, которые будут взирать на эту икону именно вот к объемности иконы. Спасибо. Ваш первый опыт или нет? Это уже у нас шестая икона, которую да, мы пытаемся, значит, выбрать именно те, которые являются достоянием России, чтобы можно было это пронести как можно большему количеству людей, чтобы это снова было письмо, а именно вот лучших наших. Но надо будет подумать, например, о таких стенах в Москве и иконах, Казанская икона Дубининская, потом икона всех скорбящих радостью Нарды, 16 века, потом поручница грешных помолвок. Ну, потом мы с вами туда подумаем еще какие-то. Благодарю. Когда будет так. По участию в той программе, которую мы осуществляем, которую вы осуществляете, наверное, частично принимаем участие.